Сделать вклад в развитие родного города предложили школьникам и студентам, участникам молодежного фестиваля «Перво Стрит Фест». Несколько месяцев они будут участвовать в экологических акциях, творческих квестах и научно-исследовательской работе, а также создадут свои проекты будущего Первоуральска. В этом детям помогут известные политики, общественники и активисты. В любом, даже самом обыденном месте ищите что-то крутое. В любом привычном деле ищите какие-то фишки. Первым докладчиком стал автор и ведущий программы «Если дома не сидится» Данила Шестаков. Он рассказал юным первоуральцам не только о процессе создания контента, но и как его продвигать в интернете, а в каких-то случаях и монетизировать. Всего участников фестиваля ждет 11 тематических лекций от разных спикеров. Проект «Перво Стрит Фест» создан при поддержке фонда президентских грантов. В финале встречи ребята посмотрели один из выпусков программы «Если дома не сидится» и получили творческое задание – сделать ролик по мотивам тревел-шоу. Авторы лучшего станут героями видеогида. Сейчас вообще, в принципе, блогерство, оно очень популярно среди подрастающих молодых людей. И нам есть о чем рассказать. И вот это вот, можно сказать, такая творческая коллаборация между нашим поколением и молодым поколением, оно действительно может привести к какому-то абсолютно новому формату развлекательного контента. Он делает интересные проекты, и он умеет вовлечь детей, вовлечь молодежь в эти проекты и стать с ними плечом к плечу. И работа эта несет не только пользу обществу, не только пользу непосредственно детям. Это создает комьюнити, такое общество, в котором не только полезно, но и интересно всем находиться.